не помнят, где рассказываю в деталях, как вы можете поговорить со своими близкими, родственниками, даже если вы не видите, и как понять то, что слышат вас, а в принципе вас всегда там слышат. И вам в большинстве случаев всегда там готов помогать. Как вам такая тема? Как насчет покойников? Насчет своих близких, умерших. Расскажу что-то в деталях, поделюсь своим опытом, особенно основываясь на клиентах, на своих, которые обращались за все это время, касаемо умерших. И, да блин, такие были странные моменты, да, вплоть до того, как последняя вот женщина, которая там мертвую воду пила. Есть люди, которые там крестики нательные продолжают носить после покойника, снятые на себе. Поэтому есть такие интересные темы, о которых можно разговаривать тут долго и нудно. Но чтобы согласны, да? Смотрите, я думаю, у каждого у вас были в жизни какие-то ситуации, когда вот, да, вы все время тоскуете, у вас вот постоянные слезы, особенно это касаемо матерей, которые потеряли своих детей. У вас все время такая вот слабость, усталость, вам не хочется жить, хочется какого-то спокойствия, и вот тоже рядом с тем ребенком там лежат на кладбище. Но многие не понимают, что это становится очень страшно, потому что в этот момент образуется привязка между покойником, между живым. Неважно, родственник вы или не родственник. Хотя она и так по факту была привязка, но здесь она усиливается уже как на некропривязку, что ли, похоже. Поэтому, когда вы начинаете активно думать об ушедшем и любимом вам и родственнике, вы начинаете сами себя прогнозировать на то, что вы рано или поздно вот туда уйдете. Чем быстрее, тем лучше это произойдет. Когда вы обвешиваете всю комнату портретами, вы встаете рано утром, вы видите эти портреты, да, это ваш любимый сын, и вы все время начинаете плакать, вспоминать. Каждый день, когда вы плачете, вспоминаете, вы его заново к себе притягиваете. Соответственно, душа не может успокоиться и не может вот обрести полноценный покой, да, там, на том же самом погосте. И идти с родственниками в то самое, да, путешествие. Хотя, как правило, когда ты зовешь покойников, приходит один, а за ним приходит еще толпа родственников, которых ты даже не звал. Значит, все там вместе обитают, и все между собой связаны, повязаны, знакомы. Бывает и такое. Так вот, я расскажу, что когда вот люди приходят на прием и говорят, вот так я хочу вот пообщаться со своим родственником, мне так его не хватает. Да вы можете это делать и сами, не нужно за это платить мне деньги. Вы можете сами это вот смело сделать. Вы можете дома сесть спокойно, взять фотографию, либо личную вещь с четким намерением представить этого человека, представить те эмоции, которые были в последний раз, и спокойно его позвать. Вы прям почувствуете холодок, какое-то давление в затылочной области давления, либо какой-то шум в комнатах. Вот это и есть знак. И не обязательно это видеть, это можно только чувствовать. Поэтому, когда вы почувствовали эти эмоции, вы можете с ним пообщаться, но самое главное в конце – отпустите. Вот вы поплакали и отпустите. Вот так прямо говорите, что вот отпускаю тебя, уходи туда, откуда пришел. То бишь такими простыми словами. При этом не будет у вас этой самой тяжести, не будет вот этой привязки постоянной, которая будет вас одолевать, и в дальнейшем у вас пойдут какие-то заболевания, возможно, даже какие-то онкозаболевания, либо просто заболевания ног и опорно-двигательного аппарата, да, вот особенно. Поэтому руки, ноги, все в том числе. Не стоит вот так часто, каждый день, вот ставить фотографии рядом своих близких, умерших. И каждый день начинать с того, что вы их вспоминаете. Нет, так тоже нельзя. Это нехорошо. Вот пускай это будет какой-то определенный день, определенная дата, когда вы вспоминаете. Но не стоит стремиться туда, не стоит готовить себе заранее вещи, одежду. У меня были клиенты, даже где-то прямой эфир, где я рассказывал женщине в деталях, какой она наготовила себе костюм, в каком шкафу это все лежало. То бишь уже на том свете, да, вот демоны, не имеет значения, кто там стоит, неважно, вот, они уже знают то, что вы туда наготовились. Вернее, то, что вы туда уже приготовились, то, что вы уже туда... Ноги вас ведут, потому что вы сами себе прогнозируете эту дорогу, вы себе уже место на кладбище подготовили, уже подготовили себе наряд, одежду, как вы там будете. Осталось дело за малым, умереть и все. Поэтому не стоит делать таких ошибок, всему свое время будет. Не факт, что вас там ждут. Я думаю, вы поняли, что не стоит так фотографии вот постоянно себе ставить эту память вокруг. Пускай будет определенное место, время для этой памяти, не стоит это делать каждый день. Теперь идем дальше. Вот когда мне люди задают смешной такой вопрос, а можно ли у покойника попросить какое-то исполнение просьбы, желания, да, вот этого всего? Так вот, это глупость. На самом деле покойник вам не исполнит никакое ваше желание. Особенно это касаемо людей, которые приходят ко мне на прием и говорят, вот у нас там разборки семейные, мы делим дом, квартиру и 5 машин, делим это все вместе и не можем понять, вот хотим, чтобы нам покойник помог в этом решении. Нет, такого не будет. Вот слушайте, если вы при жизни были козлами, а после его смерти, так вы еще вдвойне стали этими самими козлами, потому что вы делите его имущество уже без него и думаете за его бабло. Поэтому уже лучше ничего не будет. Какая может быть от него просьба и помощь? Мне кажется, уже было бы стыдно идти на то самое кладбище и просить у него этой помощи. Но
Если вы являетесь близким родственником, у вас были очень хорошие отношения с этим покойным, тогда можно, да, без всякого демона, дьявола, без всякого задействования какого-то эгрегора, можно идти и просить смело какой-то помощи в каком-то, ну, очень таком корректном деле. Возможно, там в каком-то судебном деле, там, где был этот человек замешан. Возможно, в наказании его убийц. Чтобы поиски справедливости найти. И для этого не нужны ни определенные ритуалы, ничего. Вы просто можете прийти на кладбище. Если вы понимаете, что у вас с этим человеком были хорошие отношения, вы возьмите с собой самое лучшее. Вот как к живому человеку в гости идете. Принесите то, что он любил есть, то, что он любил выпить. Если это чай, принесите чай в термосе. Красивый стакан, купите чашку даже красивую. Принесите эту чашку, не жидитесь. А то вы, блядь, приходите на кладбище, принесете какое-то говно, сами бы при жизни его не жрали, а туда несете это. Это тоже я говорю о некоторых людях, знаю я таких. Но мы не об этом, да, тоже о положительном идем. Потом вы принесли самое лучшее, не искусственный веник, такой, чтобы весь год стоял и пыль с него сдували, а потом его помыть и заново поставить, а принесли живые цветы. Если это розы, человек любил розы вот при жизни, значит, принесите ему живые розы красивые. Ну вот все как бы вы живому человеку. А то вы, блядь, идете на кладбище просить что-то хорошее, положительное, а нихера не несете, так тоже не заходите. Поэтому вы поняли, да? Вот, принесли, успокоились. Это может быть вечер, день, не имеет значения. У покойников нет времени. Там вообще нет ощущения времени. Хоть ночью приходите. Главное, чтобы вам было хорошо и приятно. Мы пришли в кладбище по всем правилам. Если мы идем за просьбу, значит, мы зашли по всем кладбищам, по всем правилам. Мы зашли по гост, поздоровались. Можно прям поклониться, как вам удобно. Кинули в угол где-то вот под забор любую купюру, там 100 рублей, 200 рублей, не имеет значения. Прямо им положили, либо кинули, сказали, хозяйке уплатила, либо хозяину платила, долго не имею. Пришла с просьбой сюда. Зашли в кладбище. Идем дальше. Вот идем к могиле полностью, подошли. И начинаем своими словами. Уже, кстати, в эту секунду кладбище само знает, что вы пришли за помощью, либо за просьбой. Вас уже там ждут. Еще как только вы садились там в маршрутку 301, уже вас ждут. Уже все знают, что вы туда приедете. Но это просто вот так объяснение тем людям, чтобы вы поняли, что уже погост сам знает, кто к нему придет, так как это место силы. Значит, вы пришли, поздоровались, все как живым. Вот забудьте, что это мертвый человек. Представьте, что вы пришли до живого человека со всеми эмоциями, не нужно сразу реветь. Вот успокойтесь, протрите памятник, уберите весь мусор, который там есть, вот уберите это все. Покладите эти цветы, налейте аккуратно это чай, кофе, я не знаю, водку, спиртное, что угодно. Покладите эту еду, все как живому человеку. Попросите его, пускай вот пообедает, вот вы ему принесли. И начинайте, можете руку на землю положить, на могилу, на памятник, на фотографию, куда вам удобно. Настройтесь на контакт, расслабьтесь, успокойтесь, уберите весь страх. Нету ничего, никакого не страха, он вас не съест, тот покойник. Это же душа в прошлом, поэтому она все помнит. И положительно там всегда запоминают. Вы пришли на погост, значит, руку поклали, и начинаете просить. Даже не просить, нет, сильно нагло, то вы сейчас неправильно поймете. Это я прихожу туда нагло, а вы туда скромно заходите. И начинаете говорить, вот изъяснять все, что у вас приходит в жизни. Вот прям как живым человеком, знаете, вот упуская вот эти моменты ответа. Все, вы поймете, такое тяжесть будет на спине, мандраж какой-то будет на руке, будет такое ощущение, как будто кто-то на вас смотрит, что-то происходит, такие странные какие-то эмоции, либо ощущение дикого спокойствия. Такого мертвого спокойствия. Вот это оно. Вот это вот оно. И в эту секунду начинаете просить. Так и говорите, вот там у меня не ладится с документами, либо там вот так происходит, либо тебя вот убили, прошу наказания. Накажи своих убийц, чтобы у них там и вот в семье все пошло. Если вы знаете этого человека, прям называйте его имя, машину, марку машин, прям говорите, чтобы там что-то было интересное, экшен какой-то. Прям личную вещь можете этого человека покласть. Не нужно хранить личные вещи покойника в виде крестика, колец и прочее. Не стоит это хранить дома, насколько бы вы не любили этого человека. Немножко вырыли ямку на могиле, прикопали это все, отдали ему и сказали, вот тебе твое все принесла, все твое с тобой. Попросили это все. При выходе с кладбища поклали откуп. Обратно купюру какую-то, другую. Не жалейте. Это вы кладете кладбищу тем, кто сопутствующие рядом стояли. И своими словами говорите, что все попросила, долго не имею. За все оплачено сполна, все откуплено. Положили купюру, либо мелочи, и уходим домой спокойно. Все. И то, что все говорят, что нельзя оборачиваться и так далее, это полная чушь. На самом деле это не зависит. Вот при откупах не зависит, обернетесь вы или не обернетесь. Потому что если за вами что-то увязалось, оно и так за вами пойдет. Как бы вы там развернулись, не развернулись, все равно оно за вами пойдет, как паровоз. Поэтому в любом случае все уйдет за вами, если вы что-то сделали неправильно.
Но нет ничего страшного, покойников не стоит бояться. А что касаемо желания у покойников, так вот, смотрите, многие путают такое понятие, как вот момент смерти, да, вот человек умер, лежит в гробику, все у него культурно красиво, он уже красиво одетый, ну красавчик уже там отдыхает, уже и венчик у него во лбу, и тряпочка на лобику, уже все у него супер, буханочка хлеба сбоку, и чакушечка уже стоит, и родственники плачут, ну все как полагается, так вот. И многие думают, что ага, вот если я буду просить на смерть кому-то, либо буду просить на деньги и так далее, все исполнится. И все почему-то уверены, что это исполняет покойник. На самом деле покойник не исполняет. Покойник – это посредник, это портал. Вот в момент смерти, в момент, пока он лежит в гробу, рядом приходит что-то, что его будет сопровождать. Вот оно имеет силу, но не сам покойник. Поэтому, когда договариваетесь сопровождающим, вы кладете в гроб, как бы погружаете в этот портал какие-то вещи, какие-то атрибуты и так далее. И уже момент, когда закрывается крышка гроба, начинается щелчок, работа пошла. Поэтому это работает немного по-другому все. Соответственно, покойник сам ничего не исполняет. Исполняет та сила, которая забирает человека на тот свет, которая его сопровождает, вот она исполняет. А там уже дальше можете дьявола, бесов, демонов, ангелов, не знаю, кого угодно звать. Хотя вот ангел, это такая глупость на кладбище звать. Многие идиоты так делают и почему-то уверены, что к ним придут ангелы. Какие, ёб твою мать, ангелы? Никакие ангелы не придут. Идем дальше. А на чем мы остановились? На покойнику, кажется, все рассказал. Вот, слушайте, была такая ситуация на похоронах в том году. Вот, кстати, если здесь есть... Да, я вот хочу рассказать. Если здесь есть Ирина, родственники наши, я думаю, вы здесь есть или нету, но, может быть, есть или нету, не знаю. Ну, я думаю, в Торе посмотрите. Так вот, были мы на похоронах у женщины, да, и это был старый дом. Сейчас эти родственники мои уже уехали сюда, но, тем не менее, были мы на похоронах, значит, стоим все возле гроба. Идет такая картинка. Я прихожу со своими друзьями, батюшка читает молитву, все происходит. Ну, думаю, все так хорошо, все так, как обычно. У меня странное понятие похорон, поэтому у меня все совсем по-другому в моей голове это выглядит. Мы просто туда пришли как люди. Да. Мы просто туда пришли как люди, но не совсем как люди, когда уже сзади собой начал всех видеть. И вот, начинает батюшка читать отходную молитву, и начинается сходка родственников. Все приходят. На самом деле приходят все. И так на всех похоронах, на каких я только не был. Вот так всегда приходят. Все толпой родственники сходятся. И происходит очень странное движение. Одни приходят, родственники сами рядышком возле гроба стоят, души ихние. И все вместе. Вот ходят, знаете, такое движение происходит. Помимо живых, там 20 человек, еще штук 50 мертвых других, которые умерли в разное время. Поэтому так на всех поминках. Энергия смерти, она сама приходит. Они сами знают, кому сколько предначертано, и кому нужно сегодня прийти в гости, кого сопровождать. Поэтому, в принципе, почему я не боюсь смерти? Потому что я знаю, что там всегда поддержат, там всегда все, кто нужно, уже есть и уже встретить себя. И не нужно туда вам стремиться в первую очередь, думать, что вы там единственный, который поддержит этого покойного. Нет, там есть кому поддержать, не переживайте. Вот даже вчера, когда мы вызывали, тут приходила банда. Но вот была такая ситуация, когда батюшка уже читает прощальную, последнюю молитву и отпускает покойника. Резко идет такая картинка, как в окно, знаете, как свет пошел. И такая вспышка, как будто все, кто были в комнате, резко уходят. Такая тишина гробовая. Вот реально нету ни одной души, ни мертвой, никакой. Только живые остались. И лежит тело, и все. Уже тело, которое никакой функции не несет. Просто мертвое тело. Но уже вся мертвая энергия куда нужно ушла. Так вот, в этот момент, когда вот и лучше, да, что-то делать на поминках, либо во время похорон, потому что когда уходит эта энергия, потому что она уносит твою просьбу куда нужно, и все, что нужно, куда-то уходит. Вот все, я, в принципе, хотел сказать о поминках. Кстати, самое страшное всегда, когда вы вот свечи с отбивания, старайтесь класть покойнику в гроб. Не нужно их где-то потом ныкать у себя дома и светить у себя дома. Особенно, как у нас тут рассказал человек, как она этими свечами по дому ходила, водила по всем стенам. А когда на могилу? И на могилу не надо вообще. А то придет такой кто-то, как Толя, и заберет эти свечи. Не надо. Ну, хотя все равно ставьте, куда вы денетесь. Идем дальше. А если не отбивают, то... А если нет... Кстати, вот... Насчет того, когда отпевают покойника, они отпевают, есть ли какая-то разница? На самом деле я не вижу никакой разницы. Вот у меня было много случаев, когда я вызывал людей, которых даже люди не знают, что они их похоронили, либо вообще вот без вести пропавших людей, да? Ты вот вызываешь и понимаешь, что ну, он приходит точно так же, как и тот, который обычный покойный. Нет никакой разницы. Также нет разницы, угорел человек, либо не угорел. Все равны.
душа приходит в одинаковом, да, в одинаковом, в самом хорошем образе, в котором она была. Но если ты задаешь душе уже конкретный вопрос о том, что как ты умерла, от чего ты умерла и так далее, резко идет трансформация. Тебе идут прям картинки, как там кровавый потек, либо там прям вот с руками что-то, либо прям переломы. Особенно не люблю вызывать после аварии людей. Это что-то самое страшное. Потому что как ты начинаешь спрашивать, от чего ты умер, и тебе идет такой сразу, стоит так фильм ужасов. Там рука отдельно, либо вот такие картинки фрагментами идут. И прям четкое описание. А вот это, ой, вот это самое страшное, это у меня утопленники были. Это что-то, это, блядь, когда фильм ужаса был. Это год, наверное, лет 5 точно назад было. Это было еще дома, принимал людей. Вызываю по фотографиям, мне говорят, типа, вот там, вызовите и все. Приходит ко мне весь в ряске. Без всякой шутки, весь в ряске. Прям вот конкретно весь в ряске, ты прям чувствуешь этот запах покойника. Вот это самое неприятное, наверное, что было. Про суицидников, а что про них рассказывать? Когда у тебя у самого рыло пуху, вот у меня у самого рыло пуху и не один раз. Особенно один раз было прям, ну, в явном пуху. Поэтому ты своих всегда чувствуешь. Особенно среди живых. Вот я прям, приходит человек на прием, я прям вижу, вот сколько у него было суицидов. Вы знаете, когда у тебя, вот, когда ты сам что-то пробовал, ты это очень круто видишь на других людях и ощущаешь. И особенно, когда приходят покойники с такой же ситуацией. Вот прям все свои. Прям все знакомые, все вот под одним куполом. Поэтому, в принципе, что рассказать о суицидниках? Я считаю, кстати, когда вот говорят, что суицидникам нельзя отпевать, да боже, ну не отпевайте. На самом деле все одинаково там, вот все одинаково там себя чувствуют. Там нет ни ада, ни рая. Есть единая плоскость, да, вот. Я не знаю, что-то вот параллельная реальность. Я всегда вот пытаюсь людям объяснить, представьте, что вы смотрите в зеркало. Вот что-то ассоциативное такое, как зеркало. Вот я так всегда это вижу. Это все всегда находится среди нас. Не нужно определенного какого-то ритуала, не нужно тебе что-то там дополнительно. Тебе хватит либо фотографий, либо человеческих эмоций. Поэтому, да, такое имеет место быть. Вот когда меня спрашивают, кстати, часто вопрос, ты всегда только с атрибутами и так далее? Да нет, вообще на самом деле атрибуты я только беру по факту на битву, потому что я не знаю, сколько буду в этот день смотреть людей. Это может быть 10 человек на просмотре. И для того, чтобы всю эту кампанию просмотреть, как на потоке, да, как на конвейере, тебе нужно много всего сопутствующего. Но если я понимаю, что мне на личном приеме, ага, сегодня один человек, да, я могу в маечке, в тельняшке сидеть, принимать его, и мне не нужны ни свечки, ничего не нужно. Потому что я знаю, что это один человек, если я буду чувствовать, заебись после приема. Поэтому все будет у меня прекрасно. Но когда поток людей, нужно что-то дополнительное, какая-то атрибутика для усиления. Как правило, это зеркало в моем случае, и вот там кресты нательные, все.